Приветствую, друзья! Нож складной многофункциональный с AliExpress. Цена на момент заказа $7. Включает в себя вилку, ложку, нож, штопор, пилу, крюк, шило для плетения, открывалку и фонарик. Также в комплекте есть чехол, изготовленный из высокопрочного нейлона. Плетение по типу кордуры. Этот тип плетения делает нейлоновую ткань еще прочнее. Сзади есть хлястик, чтобы можно было прицепить на ремень. Длина лезвия 7 см. Очень острая. Из какой стали изготовлена, в описании товара не указано. Ну, скорее всего, какая-нибудь дешевая нержавейка или легированная сталь. Ну, честно говоря, сомневаюсь, что здесь можно ожидать качества швейцарского ножа. Пила тоже с особым видом заточки. Ей, кстати, очень хорошо пилить сучки, ветки мелкие. Открывалка может открывать пробки типа пивных. Особое шило. То есть, конечно, им ничего не проткнешь. Я видел, что такого типа используется для штопания сетей рыболовных. Или что-нибудь можно ей плести, как вспомогательный инструмент. Штопор, он и в Африке штопор. Открывать винные бутылки. Крюк можно использовать для переноски. То есть, мы цепляем сюда какой-либо груз. И чтобы нам не резало руки, мы держимся за нож и переносим. Фонарик однодиодный. Есть два положения. 180 градусов и 90 градусов он фиксируется. Включается прикручиванием верхней части. Прикрутили, загорелся. Какой он использует тип питания? Ну, здесь не видно, где он заменяется. Скорее всего, надо откручивать верхнюю часть. Давайте попробуем. Да, открутили. И здесь три батарейки таблеточного типа АГ-1. Есть уплотнительное резиновое кольцо, это значит, что фонарик водонепроницаемый. Ложка и вилка. Можно пользоваться ими отдельно. Ну, рабочая часть, если так можно ее назвать, небольшая, 4 см. Общая длина 10 см. У вилки те же параметры. Рабочая часть 4 см, общая 10 см. Для того, чтобы удлинить ложку и вилку, ее можно вставить в нож. Вот пипсиком этим вниз. Вставляем, она фиксируется, и теперь у нас инструмент более удлиненный. А если вы идите в темноте, то фонариком очень удобно подсвечивать. Раз так вот включили его и покушали. Прикольный нож. Подойдет для походов на природу, на пикники, да и повседневной жизни пригодится. Компактный, его общая длина 10,5 см. Относительно легкий, его вес 155 грамм. Приемлемая цена, всего за $7 вы получаете кучу всяких инструментов. Включая фонарик. Где найти нож складной с ложкой, вилкой и фонариком на AliExpress, ссылку оставлю в описании под видео. И не пропусти новый обзор, подпишись на канал.